Что-то там. Рюкзачок есть лишний. Это вам он лишний, 50-м уровнем. Так, наших на улице нет, да? Ебашат всех. Угу. Да. Это кто бегает? Нет. Он? Нет, 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 да. Нет, нет. А Девин, где бегает? Убил. Я давлюсь к Убер. Убил, убил, убил. Будем заходить или на дракон зайдем? Я на горах. Похоже, что либо на вагонах, либо на перроне где-то стреляют. Не вижу отсюда. Да-да-да, по железу. Есть, есть, в офис, офис. На лестнице вверх поднялся. Блять, там двое, двое, наверху прям. Я минус. Попал. Попробую обойти. А, минус один. Второй убежал к времянке синей. Внизу? На офисах я убил, другой снаружи был. Сверху стоит, сверху. Сверху еще есть? Да, 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 пуля полетела. Трассер меня. Я с другой стороны внутри. Захожу. Я внутри. Я убил вроде. Красава. Снаружи это еще. Я одного завалил снаружи. Снаружи одного завалил. Все, вроде всех разъебали мы. Ого, нихуя себе, они сделали, что нормально быстро все ищется. Ну такое. Так, ну ты совсем бомж, конечно. А ты типа нет. Ну вообще-то нет, у меня броник 4 класса и ВСС. А у меня есть автомат и модные очки. Спешу тебя огорчить, это карабин. У меня есть карабин с магазином на 30 патронов. Сидим, ждем. Это компенсация за быстрый поиск группы. Долгий поиск. Так, я появился на карте. Ну, хорош. Ебу я где. Я еще не. О, теперь появился. Это в кустах там шуродишь? Возможно. Ты шел вокруг себя? А, вот, да, все. Ага, да, у меня одиночно только. Что-то у меня. Угу. У меня полная хуйня. Куда идем? Ой, 26 минут, не так много. Побежали в дом. Какой может, дом? Там был замес какой-то. Ближайшая казарма. Впереди стоит бот убивать. Не, не надо. А, погнали в подвал. Погэп. Какие-то патроны лежат. Hello, motherfucker. Да, там есть рейдеры, скорее всего, в подвале. А, в большом зале. Это типа жесткие чуваки, да? Кого убил? Не, никого не попал, он присел. Там уже не рейдер. Блять, как же больно. Куда делся? А тут, я тут. Это бот, кто стреляет? Ты где? А, гранат. Убил. Одного, а там их двое, я понял. Это люди или боты? По идее, боты. Ты отъехал? Да, 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 он меня одного убил, второй меня убил. Голову убил. Там. Ух,
Нихуя себе, рейдеры такие злые получаются. Карабин отвратительный так. Так, ну я вышел. Я не знаю, в чем твоя проблема. Я вынес ВСС, АКМ, М870, АПБ, броник хороший. Нихуя себе, вот это все вынес? Ну, да. Ну так вынеси это все в следующий рейд. То есть гайд у нас будет на таможне, да? Да. Хорошо. Хорошо. Вот ты только что видел, как надо было вот диким получать въебало? Да, вот стоишь, как, без... на тебя выбегают двое, одного ты убиваешь, а второй тебя въебало убивает сразу. Безусловно. Ну, я попытался по твоим рекомендациям, я одного убил, но второй на меня так и не выбежал. Вот ты нашел, убил? Да, вот. Его нашел. Внутри, в терминале. Уверен, что бот? Ну, бота я убил. Еще внутри кто, я не знаю. Да, он внутри. Ну, внутри понятно. Справа, короче, будет. Вижу. Не убил, но... Папа мне сильно. Прикрой, я полутаю. Так и куда идем-то? Где пошли. Ты, где ты будешь отъезжать? Пошли на выход. Проходим в здание, через здание пройдем. А ты рисковый тип. Я думаю, в здании кто-то есть. Где я первый? А че, ты хочешь первый зайти? Шипеня убили, если что. Я в первом этаже чекаю, что... А, тут лутано. Там на втором есть контакт. Бегу к тебе. Убил? И он тебя. Одного убил, один в конце коридора. Ушел? Не, он внутри. Внутри чего? Справа, слева. Все, лег. Да, вижу. Готов. Я лутаю первого в коридоре. Опа. А тут это, походу, банда этого самого. Ты хочешь с ним драться? Я хочу отъехать. Попробую обойти. О, поднимать. Меня решало нашел, он на лестнице. Кого нашел? Решало нашел, он на лестнице. Лечусь. Ох ты ж, сука, у меня кровотечение. Там снизу двойными смотрел. Понятно. Слепо в ухо прилетело. Блять, я не знаю, откуда мелась, я никого не вижу. Меня убили. Я не знаю, откуда, кто, блядь, меня убил. Но это прискорбно.
теперь можно и на выход умереть. Ну ты ж продал 10-8, десяток заработал, еще 22 докинул, да? Или ты проебал деньги от меня, и потом пришлось докинуть с нуля? Да, блядь, я же на последней бабке живу, камон, блядь. А я на последней, нормально живёт. Я ж не модель у пушки, блядь. Это был бык или мне показалось? Это был петух. Причем одесский. Нормально. Жестко, просто сэндвич. Когда подборочки с Старкова? Пока никогда. Где подборочки с Старкова, это классно. Ну это ж, это сделает тебя популярным.